Вы присутствуете сегодня на сдаче спектакля «Мой друг приехал в Магадан» в жанре документального концерта. Это значит, что будут иногда петь. Вот. А документальное – это то, что весь спектакль собран из интервью людей, которые примерно одних лет с Владимиром Высоцким, если бы он был жив сейчас. Вот. И дай Бог им всем здоровья. Это те, кто в советскую эпоху Магадана создавал его культурный код, его славу. Спектакль известного московского режиссера-постановщика Родиона Букаева показал Магаданский государственный музыкальный и драматический театр. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Зрители были в масках и рассажены на дистанции. Из-за пандемии посетить спектакль разрешено было только 20 магаданцам. Документальный концерт под названием «Мой друг уехал в Магадан» показали 12 артистов. Каждый из них был в роли человека советского, тех далеких 60-х годов. Спектакль прозвучал о нашем времени, хотя события в нем происходят в 61-м, 64-м, 68-м годах и пересекаются с современностью. В художественной постановке актеры показали, что проблемы тех годов полностью пересекаются с сегодняшними. Город будущего на севере более урбанизированный город, чем на материке. Компактный, высокий, многоэтажный. Он будет более ограниченный в возможностях озеленения. Но он будет иметь более тесные связи с производствами и коммуникациями. Стеклянные галереи, всевозможные туннели, которые связывают предприятия и здания между собой, органично впишутся в его пейзаж. Спектакль «Мой друг уехал в Магадан» не только о Владимире Высоцком. Здесь есть и более глубокие аспекты, которые как раз и раскрывают артисты в своих героях. Если идти от афиши, то, что написано «Мой друг уехал в Магадан», ну, Владимир Семенович Высоцкий, на 50% да, о нем спектакль, и на 50% нет. Спектакль о времени, что происходило в эти года и что связывалось с Владимиром Семеновичем Высоцким. Вот он приезжал в Магадан на сутки, что произошло, уехал, и вот есть такое промежуточное время, 61-й, если не ошибаюсь, и 68-й. И вот что происходило. О людях, как покоряли города, как запускали ракеты, как влюблялись, как расходились, как целину вспахивали, как спали на земле, как кусали комары. Обо всем. Давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви. Было очень здорово. Творческая очень атмосфера в городе была. Ну, встречались много в кафе. Это самое, а в кафе коньяк не давали. Только кофе с коньяком. Ну, выдумывали разговоры, беседы, но не... Нет, ну, о будущем Колымы, о геологии, о поэзии. Интересно было жить, и молодые все приехали. Весь институт приехал. Организовался на Северо-Восточное геологическое управление. В спектакле есть роли реальных людей, которые живут в Магадане. Среди них Елена Гоголева и интервью с ней. Юрий Прус, магаданский геолог, тоже есть в этом документальном концерте. Как отметили специалисты, возрастного ограничения в спектакле нет и быть не должно. Дети и молодежь обязательно должны посмотреть его и подчеркнуть для себя факты об истории и Магаданской области в том числе. Что происходило, как жили люди, опять же повторюсь, как запускали ракеты в космос, как они радовались, как они к этому шли. Любой, допустим, подвиг, это не просто вот, допустим, бригада перевыполнила план, как сейчас, да? Ну, перевыполнил, молодец, молодец. А раньше это просто вперед и в бой, это было за гордость, честь, чтобы перевыполнить
Одни сделали там 200 тонн, скажем, грубо говоря, угля, а вторые сделают 300. Это борьба. Ну, хочется, чтобы и молодежь знала историю нашу, прежде всего. И даже, скажем, не общую, а нашу магаданскую историю знала. Вот как-то так. Только чайки, как молнии, пустотой, мы их кормим из рук. Наградой нам за безмолвие обязательно будет звук. Спектакль закончился, но впереди еще столько ролей будет сыграно. Закончится пандемия, и Магаданский государственный музыкальный и драматический театр распахнет свои двери уже для всех магаданцев.